Тема сегодняшнего нашего занятия – прямоугольный параллелепипед. Изучим прямоугольный параллелепипед, куб, их элементы. Научимся находить длину ребер и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. Что есть прямоугольный параллелепипед? Параллелепипед – это пространственная фигура, все грани которой четырехугольники. Пример – спичечный коробок, кирпич, шкаф, чемодан, здание и так далее. Все это является прямоугольными параллелепипедами. Поверхность прямоугольного параллелепипеда состоит, как я уже сказал, из прямоугольников. Ну вот различные виды таких параллелепипедов представлены здесь на картиночке, мы с вами на них и полюбовались. Итак, поверхность прямоугольного параллелепипеда состоит из шести прямоугольников, граней. Давайте рассмотрим. Это будет задняя грань, передняя грань, верхняя грань, нижняя грань и еще две грани, боковая и боковая. Всего шесть граней. Стороны граней называются ребрами. Это у нас будут ребра. Давайте посмотрим. Вот они, выделены красным. Сколько всего ребер? Параллелепипед имеет 4 равных ребра. 2, 3, 4. Вот они нам с вами показаны. 4 равных ребра. И еще 4 равных ребра. 4 красных, 4 синих и 4 желтых. Всего получается, сколько ребер у нас с вами? 12, да? 4 на 3. Кроме ребер еще, там, где ребра сходятся, вот они у нас с вами, ребра сходятся, там, где грани сходятся, это у нас будут вершины параллелепипеда. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 вершинок. Итак, мы имеем боковые грани. Там, где грани пересекаются, это будет ребра. И там, где происходит пересечение ребер, это есть у нас с вами вершинки параллелепипеда. Дальше. Измерение. Еще раз. Смотрим, давайте. Вот у нас с вами есть параллелепипед. Параллелепипед характеризуется тремя измерениями или тремя величинами. Длина основания, ширина основания и высота. Как я сказал, это уже есть пространственная фигура. Значит, у него три измерения. Прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны, называется куб. Все грани куба равны квадраты. Один, второй, третий, все они равны. Куб – это частный случай прямоугольного параллелепипеда. Давайте дальше посмотрим. Прямоугольный параллелепипед имеет 6 граней, мы с вами выяснили, 12 ребер и 8 вершин. Грани – прямоугольники, или, если это куб, квадраты. Поверхность параллелепипеда рассчитать можно вот по этой формуле. Две вот такие грани, две такие грани. Это А на Б, да? Ширина на длину, ширина на длину, ширина на длину. И длина всех ребер будет слагаться из 4А, 4Б, 4С. Всего их 12 мы с вами выяснили. Давайте посмотрим. В принципе, мы с вами все разобрали. Желаю успеха.